Студентам Тверского медицинского колледжа вручили дипломы. В этом году учебное заведение выпустило 322 молодых специалиста среднего медицинского звена. На торжественном мероприятии вручения дипломов побывала Наталья Чекет. Медсестры, фельдшеры, фармацевты, акушерки и лаборанты. Вчерашние студенты, сегодня они уже квалифицированные специалисты. Такое важное событие в их жизни проходило в торжественной и праздничной атмосфере. Поздравления молодым специалистам направил председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Уважаемые выпускники, вы связали свою судьбу с самой благородной профессией. Дарить людям жизнь и здоровье, заботиться о больных и беспомощных. Ваша сфера деятельности требует особого человеческого тепла, самоотдачи, без которых невозможно поставить пациента на ноги. В этом году с красными дипломами стены учебного заведения покидает 46 человек. Один из них – Ринат Хуснутдинов. Во время пандемии коронавируса молодой человек работал в больнице. А когда началась специальная военная операция, взял академический отпуск и отправился в госпиталь на передовой. А вернувшись, продолжил обучение по специальности «Лечебное дело». Это профессия, которая позволяет оберегать и спасать жизни. Поэтому я решил связать свою жизнь именно с медициной. Сейчас я уже работаю медбратом. У меня первое образование – это сестринское дело, медбрат. В дальнейшем я собираюсь работать на ФАПе. В Тверской области, конечно. В этом году в колледже учреждена новая награда. Нагрудный знак – гордость Тверского медицинского колледжа. Ее также получил Ринат Хуснутдинов. С красным дипломом оканчивает колледж мама четверых детей Светлана Фадеева. Она проходила обучение по направлению «Сестринское дело». Сначала было очень страшно, когда я пошла, я думала, что я буду одна такая возрастная в группе. У нас таких было много, и всем было страшно. Вот. И учиться было, конечно, сложно в плане того, что совмещать это с семьей. Но, как оказалось, все возможно. Вот. И память еще жива. И можно на уровне с молодежью учиться и в таком возрасте. Выпускники признаются, что им уже не терпится приступить к работе. Большинство студентов хотят пойти работать туда, где проходили преддипломную практику. Кто-то хочет пойти дальше и получить высшее образование. Проводим большую профориентационную работу. И вы, наверное, обратили внимание, сколько у нас главных врачей. Это не просто так, потому что главные врачи – наши работодатели. Мы с ними очень плотно работаем. На сегодняшний момент практически около 90% наших выпускников планируют работать в наших больницах. Власти региона уделяют значительное внимание кадровым вопросам в сфере здравоохранения. Так, в медицинских колледжах Тверской области внедрен механизм подготовки кадров по целевым договорам. По мнению губернатора Игоря Рудени, это позволит усилить кадрами первичное звено здравоохранения, скорую помощь, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.